Легкая и ароматная закуска из печеного болгарского перца станет хорошим дополнением к мясным блюдам. Перцы вымыть, обсушить и выложить в форму. Запекать в духовке 20-30 минут. Готовые перцы переложить в пакет, завязать его и оставить на 5 минут. Затем аккуратно удалить с перцев тонкую кожицу, разрезать их, очистить от семян и плодоножки. Нарезать перцы соломкой и соединить с чесноком и зеленью. Обязательно добавить щепотку сахара, соли, немного оливкового масла и яблочного уксуса. Все хорошо перемешать и убрать в холодильник на 30 минут, чтобы перцы пропитались заправкой. Вкусная и яркая закуска готова. Всем приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!